Здравствуйте, меня зовут Артем, мне 28 лет, живу в городе Киев. Я предприниматель, работаю в сфере торговли. Я увлекаюсь футболом, люблю поиграть с друзьями во дворе, болею за «Динамо» Киев. Так как у меня много встреч, я очень много времени провожу в автомобиле. С утра до вечера я езжу. Несколько лет назад у меня был автомобиль «Шкода Фабия». Я проездил около года, потом пересел на другую марку, но все-таки так сложились впечатления о бренде «Шкода», что я решил снова приобрести данный автомобиль. У меня «Шкода Октавия А7» 2018 года, 2-литровый дизель на автомате. Владею около полугода. Пока без замечаний, все нравится. Я выбрал «Шкоду», потому что мне показалось, это оптимальное сочетание цены и качества на тот момент. И сам автомобиль очень понравился после тест-драйва. Мой стиль вождения можно назвать агрессивным. Я люблю быстро ездить, езжу практически всегда быстро. За рулем своего автомобиля я чувствую уверенность. Я понимаю, что в экстренной ситуации я смогу затормозить вовремя. Я использую практически все функции своего автомобиля, начиная от климат-контроля, заканчивая круиз-контролем и так далее. Да, я доверяю свой автомобиль друзьям, жене. Жена очень часто ездит на автомобиле. Ей нравится также, она поддержала мой выбор. Так как я часто быстро езжу, очень многие люди, скажем так, соперники, недооценивают данный автомобиль. И после поездки они не могут понять, как «Шкода» могла их объехать, обогнать. Из последнего самый интересный, скажем так, соперник был BMW X5 с мотором 4.8 2008 года, который на скорости от 150 до 210 не мог уехать просто.